Не понимаешь, что такое? Я переложила на подушку ее. Тебе не нравится? Ты хочешь на земле сидеть? Холодно же. Она у тебя даже не нагревается. Да. Попробуй так посидеть. Гува. Ну что, ты уселась? Так же, наверное, удобнее. Или ты его выкатишь отсюда? Она лежит. Но она не умеет греть. Она как-то не ложится в него. Она не теплая. Надо учиться, да, Сава? Ну ничего, у тебя как раз вот испытание. Не хочет есть или хочет? Не, ну я не смогу тебя прям кормить каждый раз вот так с рук. Нам же надо будет уехать. Тебе придется самой. Давай что-нибудь придумывай. Хорошо? Ёль. Давай. Чё, улеглась удобненько? Угу. Скажи, улеглась. Удобненько, да? У. Удобненько. Ну хорошо, так будет теплей. Да? Ну-ка скажи, что ты уши туманом намочила? Ну, сейчас туман. Ну, сейчас уже посветлело, а так он был еще плотнее. Марош, ты что там делаешь с квадриком? Еще кусочек крыски-то. Ну, чего ты? Ого, а куда ты яйцо сделала? А? Укатилось. Сколько у тебя... Вон оно, закатилось у совы яйцо. Держи. На. Держи. Да, потеряла, скажи. Неопытная сова, да? Садись. Тренируйся. Ну как оно у тебя туда? Давай я туда веток наложу, чтобы оно не укатывалось. Больше так. Да, в следующий раз мы тебе сделаем прям гнездо, как у твоих родителей было. Из покрышки. Там точно ничего никуда не укатится. Да? Юль, сейчас сова будет тренироваться. Такое тренировочное яйцо у совы. Ой, колючая ёлка такая. Давай. Или... Ну что? Ого. Потерял яйцо, скажи. Без подушки сове больше нравится. Не так удобно, да? Ну, как-то привычнее смотреть. Ну что? Кто это сказал? Это чайки, Ёль. Они мимо летят. А, нет, это гуси. Ух ты, сколько гусев. Вон они. Плохо навелось. Большой клин. Там их, наверное, около сотни. Ну, из-за вольера плохо видно. Гусики летят, да? Ну, садись давай на него. Хорошо, что оно у елки диетическое, и там нет зародыша. Она бы уже давно бы пропала, да? Угова. Сломался зум. Ладно, вот так получше видно.
Ешь, это вкусно. Давай, давай, кушай. Она же кусочек крыски съела. Сидит, хрюкает. Чего? Ёль. Все-таки на подушке ей не нравится. Она пытается с подушки яйцо скатить свое. Поэтому пришлось убрать. Ну, то есть не то, чтобы не нравится. Ей неудобно с яйцом, там, яйцо это катать. Она же его перекатывает клювом специально поудобней. Вот поэтому она сидит вот так. Пуха себе надергала из пузика. Вон, у нее подушечка теперь пуховая собственная. Ну, я думаю, что она съест цыплят. Потому что когда я ушла, она съела крысеньку. Ну, кусочек крысы отрезанный. Вот. Вот, все. Сидит. Сидит, лежит, хрюкает. Что, ты прям вот уже к елке хочешь? Ну заходи, сейчас она тебе может. Нет, не, не идешь? Идешь. Ты вообще если видишь, куда ты идешь, Морож? У нас тут засада. Сова тебе прям вон кусова, может быть. Ёлонька, это Морошенька. Ей твое яйцо не надо. Да. Слышишь? Чего ты съела цыпляток? Да я посмотрю. Да. Крысеньку кусочек не съела и вроде как двух цыплят съела. Чего ты? Твоя пушинка. На, держи. Нет. Съешь. Ешь. Сова. Да-да-да, там Мороша, он в углу ходит. А тебе не видно, да, кто там? Но слышно зато. Ёль. Ой-ой-ой, Мороша. Сова злова. Вот, поняла. Молодец. Все хорошо, сова. Ну, а я чего? Чего я? Давай, держи цыпленка. Вот. Нет, говорит, не хочу. Морож, пошли. Сова такая. Пока она тебя не догнала, хватит жрать чужую травку. В чем бублик, интересно? Почему он с каких-то черных пятен? Перемерз. Интересно, эти кусты выживут? Вообще у них почки вот вроде зеленые. Они перезимовали. Хотя очень сомнительно, потому что Ёль же их в прошлом году вон как погрызла все. Они просто все пожеванные. Ну вот это, скорее всего, засох и расти не будет. Ну посмотрим. Время покажет. Вообще это живучая штука. Пошли, Мороша. Пошли. Пойдем наружу. Что-то прохладно. +3, но холодно. Ветер холодный.